В округе 8 июля прошел парад спортивных семей, который объединил более 70 династий люберчан. Мои коллеги окунулись в праздничную атмосферу и пообщались с участниками шествия. Парад сплотил несколько поколений люберчан. В одном строю чеканили шаг чемпионы мира и России, члены сборных команд Московской области, мастера спорта, юные воспитанники секций. Сегодня начальная точка отсчета, год семьи, который зарядил наш президент Владимир Владимирович Путин. И мы будем смотреть, как ежегодно нас становится больше. Больше спортивных, веселых семей. Семья – это основа всего, что есть у нас. Я всех вас поздравляю с этим прекрасным праздником. В Люберцах активно развиваются более 70 видов спорта. Торжественный парад, посвященный Дню семьи, объединил спортивные династии от всех федераций. Я занимаюсь спортивной аэробикой и занимаюсь все спортом. Сегодня я пришла на спортивный праздник с мамой и с братом. Мне было весело. Младший занимается футболом, сейчас даже в школе идет труд. Ну и, в принципе, мы все спортивные ребята. Поздравляю всех с праздником. Да. Гордимся вами, что вы у нас есть. Люберцы – территория спорта. И святой для России праздник, особенный праздник, день семьи, любви и верности, решили по спортивным парадам отпраздновать это мероприятие и подчеркнуть настоящие ценности семейные, спортивные, здоровые, для того, чтобы каждая семья понимала, что только в спорте, только в здоровом образе жизни можно жить вместе, любить друг друга. Парад спортивных семей в округе провели впервые. Теперь он будет ежегодным. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.